Меня зовут Сергей, мне 27 лет, и я прошел двухдневный индивидуальный тренинг Владимира Шамшурина «Проекция твоей». Пришел на этот тренинг, потому что всегда хотел научиться хорошо общаться с девушками, да, получать от них то, что я хочу, избавиться от страхов подхода, страхов общения. Постоянно раньше искал какие-то отмазки, мне что-то всегда мешало. Всегда откладывал на завтра, говорил себе, ты не в самой лучшей форме, надо купить новую одежду, там, надо загореть, еще что-то. Хотелось делать то же, что делают парни на видео. Собственно, меня это всегда впечатляло, да, я смотрел очень долго видео, долго собирался, долго пытался взять себя за яйца, вытащить, но ничего не получалось. На тренинге просто сходу, да, было очень резкое такое погружение, да, очень драйвовое в общение, но, естественно, оно было постепенным, но было круто, то есть я забыл вообще обо всем и просто делал то, что мне говорили, и чувствовал, постепенно начинал чувствовать какую-то легкость, какой-то кайф. Получил очень много рекомендаций личностных, именно конкретно для моего случая. Получил очень много инструментов, способов, как начать разговор, как развить свои, прокачать свои навыки. У меня сейчас полностью изменилось отношение к этому вопросу, потому что я вижу, что надо делать, и вижу, что это все зависит от меня. Вот, по большей части, да, то есть наше мировоззрение, да, наш взгляд на нашу жизнь, он формирует твою реальность на самом деле. Хочется выразить благодарность проекту «Все твои» Владимиру, в частности, да, потому что он просто открывает мир, да, то есть он берет себя и показывает тебе мир в новом свете, новыми глазами, смотришь на все. И, то есть он берет и делает то, что хочет он, не спрашивая, да, там, нравится тебе или нет, то есть ты начинаешь уже делать, он говорит, все, там, назад дороги нет, и действительно это так. Тем, кто думает, да, тем, кто до сих пор смотрит видео, что-то, может быть, пробовал, но у него не получается, пробуйте дальше, идите обязательно на тренинг, да, если у вас есть какие-то затыки, проблемы, потому что самому это делать очень сложно, практически нереально, да, то есть нужен какой-то стимул извне, да, какой-то первый толчок, дальше начинает раскручиваться, как маховик, и ты просто не можешь жить по-старому, тебе уже неинтересно. Всем пока, да, я буду рад дальше участвовать, дальше этим заниматься, и не хочу останавливаться вообще.